Как часто мы слышим такие слова: вы, либералы, фашисты и бандеровцы, продались Западу, а вы, патриоты, жулики и воры, устроили в нашей любимой стране кровавый мордор. Что же делать простому обывателю? Канал Дениса Кривошеева покажет и расскажет обо всех самых интересных, по его мнению, событиях, о том, что этому событию предшествовало и какие последствия ждут для нашей страны, а может даже и для всего мира. Первый. Неподконтрольный никому, ни Кремлю, ни Вашингтону телеканал Ютуба. У нас нет цензуры и нет запретных тем. Ставьте лайки и подписывайтесь. Надеюсь, будет интересно.